Здравия, друзья! С вами Шевченко Александр, и это очередное видео от Академии Счастья. Сегодня я расскажу вам о том, что можно делать для того, чтобы быть счастливым, радостным и здоровым. И, конечно же, все видео посвящены именно этой теме, о том, как улучшать свое состояние. Потому что я заметил такую вещь, что действительно получается, что человек, зная даже, что делать, просто берет и не делает это. Это называют ленью или там прокрастинацией, или еще какими-то другими словами. Но суть в том, что действительно, когда у человека есть цель, и он знает, как двигаться к этой цели, то остается только двигаться, то есть наблюдать, принимать решения и действовать. В этом и состоит способность. И поэтому все зависит еще от правильного наблюдения. То есть, если вы смогли правильно пронаблюдать, оценить ситуацию, то, соответственно, тогда вы сможете принять и правильное решение, а потом уже действовать. Вот здесь могут быть, да, конечно, некоторые сложности, потому что не у всех доходит до действий. И важно что? Важно, чтобы когда вы приняли решение, у вас уже не было, ну, скажем так, каких-то сомнений. То есть, вы просто знали, что это нужно сделать, и просто брали и делали. Вот, в этом помогают как раз процессы, которые вот я вам рекомендую. Что вот можете прямо сейчас этот процесс взять, записать и проделать его. То есть первое — это принять какое-то решение, да, то есть это может быть любое решение, просто взять, встать и там прикоснуться к табуретке или к стулу, который стоит рядом с вами. Второе — это потом, после того, как вы приняли решение, взять и сделать это. Вот, то есть, соответственно, потом вы принимаете другое решение, да, то есть принимаете решение, например, подойти к столу и прикоснуться к столу. Вот, приняли это решение и потом взяли и сделали это. Вот, это такой объективный процесс, который можно делать до того момента, пока вы не почувствуете улучшение состояния и изменение его. То есть вы почувствуете, что вы действительно научились принимать решения и действовать в соответствии с этими решениями. То есть этот процесс, он на самом деле кажется очень простым, но он очень действенный. То есть почему он действенный? Потому что он помогает в действительности, в физической вселенной, понять, что вы можете принимать решения и осуществлять их. И, соответственно, это будет такое, как полное намерение, то есть вы приняли решение и сделали это, здесь нет какой-то остановки или чего-то такого, то есть и выключаются при этом механизмы ума, которые мешают, говорят, что это не нужно делать или что я там сделаю это позже, вот, то есть здесь полный контроль над своим умом и над своим телом, конечно же, над физической вселенной. Вот я буду давать такие процессы и дальше для того, чтобы каждый из вас мог пробовать, использовать их и получать свои изменения. Если что-то не получается, можно всегда связаться со мной, написать комментарий под этим видео или написать мне в соцсетях, все контакты я даю тоже под этим видео. И, соответственно, когда вы сделали, тоже поделитесь результатом, потому что другим будет интересно, и это подбодрит их, чтобы делать такие процессы и в дальнейшем. Вот. Если видео понравилось, то ставьте колокольчик, подписывайтесь на канал, и завтра у нас прямой эфир, буду всех рад видеть в 19:00. До скорой встречи, друзья!